И Нян Анфэй легко сжимаем кулаки. Можно даже бой с тенью мысленно сделать на более продвинутом уровне. То есть перемещаемся, защищаемся, наносим удары. Как один из вариантов работы в этом столбе. Есть, сделали. И сегодня у нас 4 удара кулаком. Мы будем в режиме шили, ускоренный вариант шили, и 2 плюс 1, где как раз мы на метод фали, взрывного усилия, и будем выходить. Начнем с позиции пинбу. И первая техника джицуань, прямой удар кулаком. От столба чинбао легко сжали кулаки и потихонечку, доброе утро, начали. Оп. Траектория за реверсивной рукой посмотрели, за бьющей рукой, которая вот, вот так у нас кулак в конце загибается, видите, кисть. И как тело, естественно, работает. В принципе, лучше в идеале от тела и смотреть. А между кулаками как будто я растягиваю пружинку. Куа, обратите внимание, собрано. И от макушки до стоп связь фансун. В конце кулак сжимается. То, что мы научились делать в столбе Нян Анфэй. С точки зрения здоровительного, я сейчас чувствую, когда растянул все тело, как поясница, все тело в очень комфортном режиме работает. Следим за плечами, чтобы они не поднимались и без напряжения были. Вот. И потихонечку начинаем разгонять эту технику.